Всем привет, мои дорогие! Чем пахнет мужчина моей мечты? Сегодня будет развлекательное видео, и я вам покажу парфюм, который я подобрала для своего идеального мужчины. То есть мы с вами перенесемся в такой развлекательный, да, контент, в развлекательное видео. И хотя я такой отвратительный, да, закоренелый реалист, но сегодня мы помечтаем и представим, что идеальный мужчина существует в реальности. И давайте сразу приступим. Первый парфюм, конечно же, это Cuir de Russie, один из моих любимейших, наверное, самый любимый кожаный аромат, какой только может быть. И здесь для меня отображен, как я много раз вам говорила, именно дух, душа русских мужчин. Это, вы знаете, когда что-то такое космическое, неповторимое, которое просто невозможно, да, понять, это надо просто понять умом, это надо прочувствовать. То есть один из самых гениальнейших кожных ароматов. Здесь отчетливо для меня ощущается такая, наверное, какой-то акцент березового дегтя, даже березовости, с добавлением таких слегка тропических, протяжных, цветочных акцентов иланг-иланга. Обожаю его. Так, второй парфюм. Ну, о нем у меня есть поподробнее видео, в принципе, я уже упоминала. Не будем с вами останавливаться. Следующий парфюм будет из Amouache. Это Amouache Lyric, Amouache Lyric Man. Чудеснейшая роза, ладана хвойная с приятными акцентами лайма, да, такой цитрусовой кислинкой. Это парфюм нежнейший для меня, да, для, наверное, какого-то очень нежного, любящего, очень уравновешенного мужчины, при этом с безмерной долей романтики. Вот, наверное, такой мужчина-романтик. Очень его люблю. Люблю и на себе, и на мужчине, да, вонять мне нравится, да. Так, что у нас следующее будет? Следующее у нас будет с вами, вот, конечно же, мой обожаемый Amouache Gold, Goldman. Парфюм 83-го года, парфюмер у нас здесь Guy Robert. И здесь, кстати, еще у меня будет парфюм Guy Robert. Нравится мне, нравится вообще его стиль. Как бы он кому-то не звучал, да, старомодным. То есть для меня это очень интересный вариант, скажем, или интересный стиль. И Gold, Amouache Gold Man, это парфюм для меня уюта, уюта души, уюта, когда вам уютно, да, и в душе. И здесь, да, в реальном мире, то есть вы какой-то уют также в материалистичный уют. Он, по большому счету, цветочно-древесно-мускусный. Здесь очень люблю, как звучит такой тандем ладана и миры с приятной цветочностью, такой свежей цветочностью ландыша и шиповника, вот этой кислинкой приятной шиповника. И при этом все это возлегает на очень чувственной анималистичности цвета. Очень мне нравится. Нравится, нравится. Вы знаете, из-за Amouache, мои дорогие, у меня есть еще несколько парфюмов, которые я могла бы вам показать. Ну, например, по большому счету, Ди могла бы сюда войти, мужская, да, но я решила ограничить вот свой выбор. Может быть, какой-то ограничить свой выбор на только вот эти вот этом таком костяке. Ди, потом, может быть, Beloved также. Beloved Мен, да, сюда, скорее всего, вошел бы. И Сиель. Сиель Мен, это обожаю этот парфюм. Но так как Beloved Сиель их сняли, я решила их сюда не включать, чтобы не задавать какие-то проблемы, да, не создавать проблемы в жизни людям, чтобы они, вы знаете, озадачились поиском того, чего, того, что очень сложно сейчас найти. Давайте еще вернемся с вами, наверное, к Шанель. Вот парфюм, который создал в 1955 году. Анри Робер, и это шипровый парфюм, он заявлен как шипровый, но для меня это самые вкуснейшие, наверное, чистейшие брызги, такие цитрусовые брызги на дубовом мхе. Вот такая, вы знаете, именно мшистость приятная, и сразу создается впечатление белой рубашки, да, наглаженной, как будто хрустящей белой рубашки, и легкости, и свободы. Наверное, один из самых элегантнейших парфюмов. Так как мы с вами заговорили о элегантности, конечно же, я вернусь вот к этому парфюму, к Декларасьон Картье. Декларасьон Картье, парфюмер Жан-Клод Элина, как вы все знаете, наверное, цветочно-древесно-мускусный аромат.
в нем очень много приятных специй, да, допустим, он приятная зира, как здесь звучит кардамон прежде всего. Также есть здесь вот такой березовый аспект дегтя, да, слегка. И все это, знаете, очень как-то все вот эти ноты пряные, да, специи, они пронзаются приятной пудровостью и легчайшим каким-то дуновением ветра на поле, где растут ирисы. Вот потому что здесь, мои дорогие, я ощущаю какой-то приятный, именно приятный ирисовый флёр. И смотрите, вот эта группа у меня такая будет, это, наверное, вот второй, да, из этой подгруппы. Первый, конечно же, в этой подгруппе был бы вот этот аромат, это Eau d'Hermès. Этот парфюм, кстати, кожаный, который я также, наверное, люблю наравне с Cuir de Russie. И вот этот кожаный аромат Eau d'Hermès, мои дорогие, он был создан любимым моим парфюмером Эдмондом Рудницко. Да, это гений, да, для меня это гений. Это не только парфюмер, вообще, по большому счету, просто мне было бы, наверное, очень интересно послушать рассуждения этого человека. Просто очень жалко, что не сохранилось много его, да, интервью, каких-то записей. Вернемся к парфюму. Это Эдмонд Рудницко. У меня такое ощущение, что в этом парфюме он отобразил свое мироощущение. Кожаный аромат. Реально в нем ощущается очень много специй. Как будто, вы знаете, и такая телесность, вот как будто вы обнимаете, да, вашего любимого человека. Вот такая же телесность, кстати, какая-то, может быть, даже интимная телесность, она также прослеживается в Amouage Goldman, и вот в Eau d'Hermès она у меня также ощущается. Это один из самых стильных при этом ароматов, да, заметьте, специево, такой кожаный, при этом интимно телесный, при этом даже чувственный. Но это, наверное, какое-то исключение из правил, так как для меня стильные парфюмы, они не могут быть чувственными, но вот именно в этом парфюме каким-то образом это сочетается, да, то есть он звучит и стильно, и при этом чувственно, да, ну, это то, что я понимаю под чувственностью. Вот так. Ну, я считаю, что это, кстати, шедевр парфюмерии. И они очень для меня похожи, вот эти парфюмы, по своему звучанию. То есть это, знаете, они как-то находятся в одной группе, да, для меня. И в этой же подгруппе вот этот мой парфюм, который вот я уже приобрела в таком большом флакончике. Сначала у меня был 50 мл, он быстро закончился. И Bigarade Concentrate, мои дорогие, Фредерик Маль. Мне приятно обонять эти три, да, парфюма с мужчин. Я их сама обожаю, и мне очень приятно, да, вот если на каком-то мужчине я угадываю эти парфюмы, мне сразу становится интересно. И Bigarade Concentrate. Мне кажется, что Жан-Клод Элина, он очень... Вот этот парфюм Eau d'Hermès, это его любимый парфюм. И создавая вот эти два парфюма, Декларацион, Декларацию, да, и Bigarade Concentrate, он все-таки вдохновлялся Eau d'Hermès. И вот именно в Bigarade Concentrate он начинается очень приятным, терпким, цитрусовым аспектом горького апельсина. Затем все это переходит в чудеснейшую розу. И все заканчивается сеном. И для меня этот парфюм больше о сене и, наверное, луговом разнотравье даже, да, как бы интересно это не звучало. Так, с этими парфюмами мы разобрались. Еще два парфюма здесь будут, мои дорогие, которые я очень люблю. Это Casbah Robert Piguet. Это ладанные, да, парфюмы. И Casbah Robert Piguet — это очень стильный, холодный ладан с такими добавлениями, наверное, может быть, черного перца, ветивера. Но он совершенно не сладит. Здесь даже есть какая-то, может быть, слегка водянистая размытость. Может быть, даже слегка восковость. Но она какая-то холодная. Холодная восковость, как будто уже воск застыл. Очень я его люблю. Я вижу, да, вот этот парфюм. Просто вижу на мужчине моей мечты. Так, что у нас еще? Ладанный парфюм Bois d'Encens, мои дорогие, конечно же. Этот парфюм я сама очень люблю, да, один из самых стильных, да, для меня парфюмов.
чудеснейший, также прохладный ладан, который вот для меня, например, больше даже привязан к католическим соборам, к вот этой прохладе мрамора, как я, по-моему, уже говорила в своем видео, по-моему, каком ноябрьском. Я вот этот парфюм очень люблю использовать именно в ноябре. Люблю ноябрь, и этот парфюм попадает именно в ноябрьское настроение. И вот этот прохлада, наверное, вот эта прохлада католических соборов от мрамора, да, сочетается с ладанной, наверное, воскуренностью и атмосферой созерцания, может быть, и медитации, которая царит, молитвы, да, которая царит в соборах католических. Кстати, это вот этот парфюм, любимый парфюм Джорджа Армани. А вот этот парфюм Eau d'Hermès, любимый парфюм Жана-Клода Элина. Это единственный парфюм, которыми они пользуются. Следующий парфюм с ладанными парфюмами мы с вами разобрались. Теперь у меня, пусть будет вот эта подгруппа, это здесь у меня будет сейчас 4 парфюма Guerlain. Конечно же, первый здесь будет парфюм Rose Barbar. Не удивляйтесь, мои дорогие. Во-первых, это, кто меня смотрит, вы знаете, да, что это мое ароматное я обожаю этот парфюм. У меня есть интересная история, как я к этому пришла. Кому интересно, я оставлю ссылку. Какой-то такой был магический момент в моей жизни, который мне открыл красоту этого парфюма, да, благодаря одному певцу известному. Ну, я не буду уже дальше упоминать, я очень много об этом говорила. Rose Barbar, чудеснейшая альдегидно-медовая роза. То есть это для меня шипровый аромат, очень красивый. О, наверное, театральности, романтики, проникновенности и бесконечной чувственности и ощущения полета души. Для меня это здесь есть, и он очень хорошо применим каждый день. И сейчас не удивляйтесь, да, мои дорогие мужчины, мне очень приятно этот парфюм обонять именно с мужчиной. Я уже несколько, да, производила затестов, и я могу подтвердить, если вы любите парфюмы с нотой розы или парфюмы, да, где есть роза, вот этот лирик, амуаж, да, обожаю его на мужчинах, и вот этот Rose Barbar — это просто два чуда. Еще парфюм, который мне хотелось бы обонять мужчину моей мечты, это Spiritueuse de Blavanie, также Guerlain, чудеснейшая, наверное, ромовая, очень уютная, совершенно не переслащенная, слегка дымная, наверное, ваниль с эссенцией, наверное, коньяка или рома. Это просто очень уютно, да, вот такому мужчине хочется, не знаю, хочется положить, да, голову на плечо и ни о чем не думать, да, вот он настолько дает ощущение комфорта и уюта. Еще один парфюм, это Bois d'Armeny, это, наверное, какой-то очень такой таинственный, да, аромат, армянский лес, он очень интеллектуальный, вот просто, мне кажется, с таким мужчиной никогда не будет скучно, с ним всегда интересно, он всегда вам будет рассказывать что-то новое, да, с ним всегда вы, не знаю, будете где-то в каких-то новых-новых сферах, вам всегда это интересно, какие-то глубины будет вам открывать, и все это так ненавязчиво, потому что этот парфюм, он совершенно ненавязчивый. О чем он? Он для меня все-таки о смолистости, потому что здесь о бензоине он прежде всего, но он не сладкий, а бензоине приятной такой древесности гвояка, хотя гвояк раньше совершенно я не любила, но здесь такой приятный гвояк, вот этой гвояковости и пудровости ириса, и все это в каком-то таком слегка ладаном дымке. Вот представьте, да, насколько много у него аспектов, то есть в нем довольно-таки много разных граней, как он может раскрываться, но при этом он всегда такой шепчущий, как я вам говорю, вот когда мне хочется быть самой собой, вот супер, да, просто самой собой, побыть просто самой собой, забыть обо всех людях. Я его наношу, у меня такое ощущение, что я просто, не знаю, куда-то вот улетаю на какие-то облачка, да, и мне становится очень комфортно. Такая здесь приятная, такая приятная балансировка, вот как я вам сказала, уже обозначенных нот. Не знаю, такого мужчины, вот, например, когда вот Bois d'Armeny я вдыхаю, мне такого мужчины просто вот, не знаю, мне хочется, наверное, его даже поцеловать, да, настолько сильное ощущение доверия, при этом все это очень спокойно и как-то надежно. Так, еще один парфюм,
Вот, вы сейчас, наверное, будете удивляться, что этот парфюм, да, забыл среди вот этой шикарной подборки, но, мои дорогие, это Épices Vuelées, это также парфюм из Guerlain, из вот этой серии La Rue La Matière. Épices Vuelées, парфюм, который также для меня, я его выделяю, да, вот в эту подборку из-за того, что в нем идеальное для меня сочетание подвижности, стиля и природности. В нем есть такое луговое настроение, которое я очень люблю. Здесь очень много такой приятной специевости. Сандал, мне нравится, как здесь звучит. По-моему, здесь есть герань, потому что в нем есть такой легкий, вы знаете, аспект, как будто как какое-то что-то барбершопа, да, или что-то такое, как говорят, барбершопа, цирюльню, парикмахерской, каких-то вот именно мыльных принадлежностей для бритья. Ну, просто очень мне в нем интересно, и все. Вот этот парфюм хочется мне обонять, да? Так, с мужчины моей мечты. Так, теперь у нас с вами будет вот эти два парфюма. Конечно же, как я могла не забыть. Это Rouge Parfums Diaghilev. Это, наверное, идеальный для меня шипр с какими-то очень сильными мужскими вибрациями. Потому что, когда я его на себя наношу, я сразу ощущаю, как будто со мной очень сильный мужчина. Очень сильный мужчина, он подвижен, он был создан в честь импресарио Дягилева. И здесь очень классная, мои дорогие, анималистичность. Ну, просто очень классный, и он звучит как будто бесшовно. Я не знаю, как удается господину Rouge Dove создавать такие парфюмы, в которых нет переходов никаких, но он звучит, в нем очень много компонентов, но он звучит как будто какой-то единой мелодией. Просто, наверное, самый красивый шифр, какой я только знаю. Еще один парфюм – это Fetish. Этот парфюм, вы знаете, он пахнет более дымно, чем вот этот, да, чем Дягилев. То есть Fetish, он более дымный. Его очень часто сравнивают с Bellamy Hermès. Могу сказать, да, подтвердить, это то, что они похожи. Но вот этот Fetish, мои дорогие, он просто дает сразу, когда я этот парфюм угадываю, да, на мужчинах, вот этот парфюм, он дает ощущение того, что рядом с вами также тот мужчина, которому никогда не хочется противоречить, да, вот никогда ему не хочется сказать что-то против, потому что вот эта сила просто завораживает, которую он излучает. Следующий парфюм, вот этот будет у нас, это Экипаж Hermès, да, необычный выбор, парфюм 1970 года, и парфюмер здесь, мои дорогие, вот этот же парфюмер, который создал Amouage Gold, и также Guy Robert, и Guy Robert, он также создал мой любимый коллеж Hermès, ну, коллеж я не представляю на мужчине моей мечты, а вот Экипаж очень даже, у нее для меня есть так уютно, такое уютное пересечение нот, он вообще относится к группе восточных фужерных, здесь приятные альдегиды, очень много травности, герань приятная, пудровость, вообще он такой слегка пудровый, у меня есть представление, реально как будто он, вот этот парфюм, он меня переносит в другие эпохи, в какие-то другие года, и дает ощущение путешествия и свободы. Настолько в нем гениально проработаны различные аспекты. Вообще мне вот эта группа восточных фужерных, кстати, очень нравится. Комфортно. То есть для меня вот этот парфюм, да, он слегка пахнет, слегка, может быть, пыльно, вот эта пудровость, уходящая в пыльность, но как будто это пыль от дорог, да, и он называется Экипаж, да, знаю, может быть, что-то действительно, может быть, по названию я притягиваю к путешествиям, но как будто я нахожусь где-то в карете, в какой-то такой воображаемой карете, я путешествую, мне очень нравится. Вы знаете, здесь у меня сейчас уже видно, будут заканчиваться мои парфюмы. Смотрите, еще парфюм, который я не упомянула, это Allure Homme и Dessian Blanche. Вообще мне нравится очень, как звучит Allure классическая версия на мужчинах. Конкретно вот эту версию я решила так, вы знаете, вот этой версии разбавить вот мою подборку слегка, может быть, уходящей, да, в какое классическое такое направление. И вот этот Dessian Blanche, это просто вкуснейший, наверное, цитрусовый пирог, да, цитрусовый ванильный пирог.
для меня. Он мне просто поднимает настроение. Я обожаю, когда я могу этот парфюм просто где-то угадывать на мужчину, мне сразу поднимается настроение и улыбка, да, вот как будто наступило лето, у вас отпуск, да, неважно, что сейчас может быть зима там или весна, или холодно как-то, или плохая погода, вот я наносите этот парфюм, вам сразу хочется улыбнуться. И вот этот парфюм, мне кажется, он оказывает какое-то противовозрастное действие, как будто даже вот когда мужчин я замечала, они им пользуются, они как-то сразу становятся молодыми, я не знаю почему, когда они действуют. Так такое действие оказывает на окружение, как будто они молодые и задорные. Так. У нас, смотрите, вот этот парфюм Les Abstraits de Sandre. Этот парфюм, он для меня особенный, мои дорогие. Вы знаете, потому что в нем есть приятная дымность, такая ладанная. Есть мой любимейший аспект фиалок, да, здесь есть листья фиалки. Я ощущаю, как именно здесь фиалки приятные. И очень много, как я вам всегда повторяю, ощущения прогулки в лесу. Это такой мужчина, который любит природу, да, такой мужчина, который, не знаю, который ценит внутренний мир, который работает над своим внутренним миром. Это очень такой надежный мужчина. Вот чем он пахнет? Он пахнет для меня прогулкой в лесу, весенним именно лесу. Когда вы ощущаете вот эти почки, да, которые от почки на деревьях, они начинают раскрываться, и появляется вот эта листва, да, листва такая самая-самая молодая, вот когда самый-самый красивый оттенок у нее, когда хочется, да, просто вдохнуть вот этот аромат просыпающейся природы, вот так он для меня пахнет, и где-то вдали до вас доносится такой ладанный аромат, уединенной, слегка, может быть, даже какой-то заброшенной церквушки. Люблю его очень. Так. Что у нас еще с вами? Вот, если заговорили о фиалках, также не удивляйтесь. Смотрите, это будет вот этот парфюм Виолетта, да? Вы скажете, что это Пенхаленуса фиалка. Я обожаю, мои дорогие, как фиал, когда мужчина пользуется парфюмом с ноты фиалки. Это, наверное, какая-то моя слабость, но мне очень интересно, очень приятно. И вот эта Виолетта, это моя, наверное, самая любимая фиалка в парфюмерии. Она звучит очень утонченно, очень природно, как настоящие фиалки. И слегка у нее есть такой аспект не знаю, какого-то очень нежного мужчины. Не знаю, такого нежного мужчины, который при этом он сильный, но о нем хочется заботиться, да? То есть вот в нем что-то такое появляется, для него хочется что-то сделать приятное, как-то хочется его порадовать. Так. Вот, забыла вот этот парфюм. Это, конечно же, Bois de Portugal, восточно-древесный аромат, который, не знаю, я обожаю этот парфюм. Он не такой старый, да? Так назовем его по сравнению с некоторыми экземплярами здесь. И вот Bois de Portugal... Это прежде всего для меня лаванда и приятная древесность, наверное, такая сосновая, да, древесность. Когда вот этот парфюм, он очень какой-то слишком, даже такой, вы знаете, такой природный, но при этом у него такое есть успокоительное действие на нервы, что просто вот с таким мужчиной рядом сразу все кажется легким, простым и возможным. Настолько сильно он дает ощущение уверенности. Обожаю вот этот португальский лес. Он в нем есть, да, слегка звучание, может быть, олдскульности, но мне это совершенно не мешает. Мне он приятнее в миллиарды раз, чем некоторые, да, современные парфюмы, которые звучат современно. Люблю его очень. Так, еще один парфюм, вот этот, мои дорогие. Это Immortelle Kors. Это бессмертник. Люблю, когда мужчины пахнут, да, фиалками, розами, бессмертником, шипром, да, шипровые классные ароматы. Вот такой анималистичностью, как Gold. И, конечно же, ладаном. Очень люблю ладан. Immortelle Kors. Это прежде всего, мои дорогие, бессмертник. И очень такой теплый бессмертник. В нем нет резкости. Да? Иногда бессмертник он может звучать резковато, слишком сухо, да, слишком медово. Вот этот бессмертник Immortelle Kors Parfum d'Empire, он совершенно не уходит ни в какую из этих граней. Он звучит даже мягко, очень душевно, потому что здесь есть абрикос, да, вот такая приятная, мягкая абрикосовость, она пропитывает весь этот аромат, наверное, даже каким-то очень теплым,
солнечным светом. Очень его люблю, он и стильный, при этом душевно звучит, согревающе. Вот, я не знаю, просто хотела бы, наверное, всех мужчин везде, не только моего идеального мужчины, надушить, да, этим ароматом. И будет счастье мне в этой жизни. По большому счету, все вот здесь, какие парфюмы мои дорогие, я вам показала. Мне не все очень дороги, да, дороги моему сердцу. Ну вот, давайте сейчас я посмотрю, чтобы я ничего не забыла. Похоже, все, это была, да, моя подборка для моего идеального мужчины. Такой у нас развлекательный был с вами вечер. Желаю вам всего самого хорошего. Выбирайте себе самый ваш любимый парфюм и радуйте себя. А я вам желаю всего самого хорошего и до скорых встреч!